Добрый вечер, дорогие друзья. Компания «В спорте РУ» совместно с Северной лигой ЛФЛ приглашает вас на матч 30-го тура первого дивизиона. Надо отметить на центральную игру этого уикенда, в котором сегодня сразятся «Протон» и «Фортуна». Два коллектива, которые по-прежнему борются за повышение в классе. Да, пока их позиция относительно лидирующего в чемпионате «Тембанка» и «Пресни» не выглядят выигрышными, но тем не менее шансы на благоприятное завершение сезона не потерял ни «Протон», ни «Фортуна». Конечно, немного разные задачи у коллективов стоялись как перед началом сезона, так и корректировались по ходу данного первенства. Главный арбитр встречи уже дал свисток о начале сегодняшнего противостояния, поэтому не будем тратить время. И мы сходу начнем знакомиться со стартовыми составами играющих сегодня команд. И по традиции начну я с состава номинальных гостей. Команда «Фортуна» играет в своих традиционных красных цветах. И в следующем сочетании сегодня появилась на поле. Рамиль Хусяинов под 87-м номером в воротах у красно-белых. Ренат Салимов, капитан команды, номер 3 в центре обороны. Слева Владимир Казьмин, 16-й. Справа Алексей Казьмин, 14-й. Михаил Медведев под 10-м номером на позиции центрального полузащитника. Помогать ему в центральной линии будут Иван Волков, 8-й справа, и Илья Юдин, 11-й. И на острие атаки сегодня с первых минут появился Михаил Бациев. Нужно отметить, что это его первая игра после возвращения из команды «Корсары», но, наверное, все-таки о этом трансфере, о его перипетиях и иных интересных фактов мы порассуждаем, наверное, уже по ходу самого поединка. Что касается «Протона», то команда Геннадия Зародыша в следующем сочетании сегодня выступает. Михаил Ботов под первым номером защищает владение бело-красных. Как всегда, в два центральных защитника действует команда. Это Александр Гастев, 4-й, и Рустам Махмутов, 3-й. Александр Овешников, номер 5-й, на позиции опорного полузащитника расположился. Над ним Андрей Кузнецов, 77-й. Справа в полузащите, а вернее, скорее по всей бровке, будет действовать Станислав Коновалов. У него номер 9. Слева Иван Шуваев. У него 88-й номер на спине. И на острие атаки появился сегодня номинальный полузащитник, но уже успевший привыкнуть к роли наконечника копья. Это Евгений Грешников. У него номер 16. Оценивая футболистов, которые расположились на скамейке запасных, нужно, наверное, сказать, что и «Фортуна», и «Протона» будет в первую очередь рассчитывать на тех футболистов, которые сейчас с первых минут появились на поле. Да, и там есть по два футболиста, которые в случае необходимости могут выйти на газон. Но все-таки, опять-таки повторюсь, основная ставка будет сделана именно на тех игроков, которые появились в числе стартовых 8. Ваш комментатор на ближайший час — Никита Лаврентьев. Команды я вам уже представил. Главный арбитр встречи, наверное, и так всем прекрасно известен, поэтому о лишнем упоминании говорить не приходится. Ну и первые минуты проходят в таком спокойном разведывательном режиме. Команды попытались создать по атаке на чужой половине поля. Не слишком это им удалось, но тем не менее достаточно высокий темп, особенно в сравнении с некоторыми другими поединками первого дивизиона. И раз уж зашла у нас тема про другие матчи, которые уже сегодня состоялись, быстренько давайте пробежимся и по известным результатам. В стартовом поединке 30-го тура сегодня встречались «Россонера» и «Трувер», и «Химчане» выиграли со счетом 4-3, что, исходя из предматчевых раскладов, наверное, не самым ожидаемым результатом было, но тем не менее для тех, кто видел сам поединок, результат не станет таким образом неожиданным. Пакован дал бой Диксону, но в итоге разжиться очками не сумел. Также минимальная победа команды Николая Лаушкина. Ну и в еще одном матче, который состоялся на данную секунду, химкинский «Новатор» ожидаемо оказался сильнее худшей на данный момент команды дивизиона — Бусинова. Хотя на самом деле, опять-таки, борьба была достаточно
упорная, но вот возвращаясь к теме высоких скоростей, все-таки большую часть матча соперники, ну, едва ли не пешком передвигались по игровому газону. Хотя на тот момент на табло у нас горели ничейные цифры, но, знаете, из серии одни не могут, другие не очень-то и хотят. Развивалась игра, но в конечном итоге все-таки коллектив Антона Задачина сумел, что называется, справиться с неприятностями и в самой концовке додавил своего оппонента, в итоге добившись даже разгромного результата 4-1. Ну и вот сегодняшний матч, тот поединок, который мы с вами наблюдаем в прямом эфире, это, наверное, одна из самых центральных игр 30-го тура. Говорю «одна из», потому что сегодня в 21:20 состоится еще один матч, который на самом деле заслуживает особого внимания. Тембанк, лидирующий в чемпионате, будет встречаться с ближайшим своим преследователем, с главным конкурентом командой Пресни. И этот поединок, наверное, важен с точки зрения именно того вопроса, будет ли интрига в чемпионской гонке жить или же нет. Если банкиры сегодня уверенно разберутся со своим оппонентом, то мало того, что разрыв в турнирной таблице будет достаточно весомым, и сине-белые будут опережать своего преследователя на 9 очков, так они еще и напомню, имеют игру в запасе, перенесенный матч против «Династии», которая отчаянно ведет борьбу за сохранение прописки в первом дивизионе. Но вот этот поединок также имеет свой скрытый подтекст. Во-первых, победитель будет иметь преимущество в борьбе за третью строчку. Напомню, что третья и четвертая команда в первом дивизионе получает право на участие в стыковом турнире между четырьмя коллективами. 15 и 16 место из высшего дивизиона сразятся с третьей и четвертой командой первой лиги. Все это будет в рамках группового этапа проходить в один круг, каждый с каждым. Но если все-таки за чемпионство, положа руку на сердце, можно сказать, что борются лишь две команды, это Тембанк и Пресня, то вот как раз-таки за позицию в таковом турнире этих команд значительно больше. У нас первая желтая карточка в сегодняшнем поединке. На 7-й минуте встречи получает ее Илья Юдин, достаточно грубовато сфаливший в центре поля. Рефери этот эпизод без внимания не оставил и моментально отреагировал на фол. Ну а стандарты это всегда достаточно опасно, тем более для Протона. Для Протона, который сегодня, ну можно сказать, в ветеранистом составе выступает. Для Ильи Юдина это 7-е предупреждение, пока оно катастрофичным не является. Лишь Ренат Салимов висит на предупреждении у красно-белых. У него 3 горчичника на данную секунду, и в случае получения в сегодняшнем матче предупреждения, следующую игру он, естественно, пропустит. У Протона, к слову, на грани 2 футболиста. Это Кирилл Бабаев, но сегодня он участие в матче не принимает и в заявке своей команды отсутствует. А вот Рустам Махмутов, также центральный защитник команды, имеет риск следующий матч не сыграть, если будет непредельно аккуратен в сегодняшнем противостоянии. Ну и раз мы заговорили про некоторые статистические интересные факты, стоит отметить, что матчи против «Фортуны» для «Протона» исторически складываются неудачно. Лишь однажды команда Геннадия Зародыша сумела за всю свою историю выиграть у коллектива Рената Салимова. Случилось это в сезоне 2012-2013. И как раз-таки вчера, когда готовился я к этому эфиру, посмотрел я состав Протона в той встрече. Ни одного футболиста, который тогда выигрывал у красно-белых, сейчас попросту в составе нет. Ну а из тех, кто тогда защищал красно-белые цвета, на слуху, наверное, только Заур Закарьяев, который является основным голкипером
футбольного клуба Нивы в высшем дивизионе. Протон тем временем атакует. Гречников на ударную позицию выбирался, но не слишком удачно мяч себе вот этот самый выстрел подготовил. Гастев играет в центр. Кузнецов здорово избавляется от одного опекуна и обыгрывает второго. С левой ноги заряжает, но это все-таки не рабочая нога у центрального полузащитника Протона. И неудивительно, что мяч прошел намного выше ворот. К слову, Кузнецов относительно недавно в Протон вернулся. Пробовал он свои силы в высшем дивизионе. Насколько я понимаю, в достаточно важном для него клубе КДС. Но в связи с всеми известными событиями в команде КДС решил вернуться он в Протон, вернуться в первый дивизион и, наверное, все-таки не жалеет. Да, не всегда яркие матчи удаются 77-му номеру, но зачастую, даже играя не самым лучшим образом, свои шансы он находит, свои шансы он реализует и приносит своей команде победу. Вот так было в одном недавнем матче. Сейчас я быстренько попытаюсь освежить в памяти, какой же именно этот поединок был. Но вот тогда в поединке против Россенера, да, Кузнецов отметился дублем, и Протон с минимальным перевесом вырвал победу у химкинского коллектива, у Россенера. Хотя, опять-таки, повторюсь, не самый яркий матч полузащитник провел. Можно было даже, наверное, сказать, что был одним из худших на поле, но в отличие от партнеров, у него было два шанса, и он свои два шанса реализовал, в то время как никто из его коллег-конкурентов отличиться не сумел. Позади у нас уже 11,5 минут в этом поединке, и если все-таки необходимо какую-то оценку стартовому отрезку матча давать, то, наверное, стоит отметить, что Протон чуть поактивней, чуть понастырнее и чуть побольше времени проводит в атаке. Но мы все прекрасно знаем, как Фортуна в нынешнем году играет против лидеров. Ни для кого, наверное, это не секрет. Команда Рената Салимова зачастую специально отдает инициативу. Решает играть вторым номером. И в итоге ловит своего соперника на контратаках. Здесь Илье Юдину досталось по ногам. Высказывает он свое недовольство решением арбитра. Потому как рефери нарушение правил в этом эпизоде не увидел. Ну и на самом деле здесь не нужно как-то излишне свою эмоциональность проявлять. Уже одну желтую карточку Юдин получил. Ну а так невольно можно наговорить абсолютно лишнего и оставить свою команду в меньшинстве. А как мы уже говорили, скорее всего, с большой, наверное, долей вероятности, Фортуна сегодня все 60 минут проведет в одном составе. Нарушает правила на своей половине поля Владимир Казьмин. Ну и отметим, что позиция достаточно удобная, как для правоногого, так и для левоногого футболиста. А вот, кстати, Александр Гастев несколько раз в нынешнем сезоне уже прямыми ударами со штрафных забивал. Правда, позиция тогда была намного ближе. Поэтому, скорее всего, Гречников все не пробьет. Нет, бьет Гастев и забивает Александра. Вот так вот. Этот выстрел вновь становится для голкиперов соперника Протона неожиданностью. И сразу же автор гола отправляется на скамейку запасных. На 14-й минуте встречи это произошло. И Протон выходит в этом матче вперед. И, знаете, язык не поворачивается сказать, что это незаслуженно. Если Протон хотя бы своей активностью
на чужой половине поля пытался моменты сгенерировать, то Михаил Ботов вообще, по-моему, без работы. Первые 15 минут отстоял возле своих ворот. И опять-таки мне вспоминается тот поединок Протона и Россонера. Там как раз-таки абсолютно аналогичная ситуация была. Всю первую половину Протон владел мячом, Протон вел в счете, а в итоге едва началась вторая половина встречи, и едва ли не первый выстрел в створ оказался голевым. Ботов на него среагировать не сумел. Так, здесь еще одно падение. И рефери предупреждает Илью Юдина, что еще одна подобная выходка, и в итоге он получит карточку. Она, как я напомню вам, станет для него второй. Протон с мячом. Кузнецов наверх штрафную. Гречников ближний угол пробивал, и мяч затрепыхался в сетке, но попал он туда с внешней стороны, и... Наверное, только зрителям, расположившимся на трибунах, могло показаться, что в этом эпизоде случился гол. Нет, Хусейнов все контролировал и спокойно позволил мячу покинуть пределы поля. Разыгрывает Фортуна. Не выбивает мяч вперед красно-белый, пропустив. Старается за счет паса выйти из обороны в атаку. Юдин чуть было не потерял мяч. Владимир Казьмин играет назад. Салимов... Что называется, на опыте сыграл, и понимая, что вряд ли он в силовой борьбе сумеет выиграть мяч у Евгения Гречникова, подставился так, что форварду оставалось только выбивать мяч за пределы поля. Алексей Казьмин играет направо, но не удается красно-белым перейти на чужую половину поля. Фортуна высоким прессингом заставляет придумывать соперника какие-то нестандартные ходы. И отметим, наверное, тот факт, что на поле появился под 44-м номером футболист. У меня такое в протоколе не отмечено, но мне лично кажется, что это Павел Зрелов. Видимо, есть какое-то несоответствие между номерами на белой и красной форме у Протона, потому как большинство своих поединков команда Геннадия Зародыша проводит в красно-белой форме, а не в бело-красной. Видимо, сейчас вот эти самые несоответствия дали о себе знать, когда наставник команды заполнял протокол. Ну и на самом деле некоторые сомнения касательно этого у меня возникли и в самом начале поединка, когда увидел я, что Станислав Коновалов играет под 69-м номером, а не под 9-м, как изначально у меня указано. Но в любом случае нам это каких-то больших проблем не доставило. Мы вовремя во всем разобрались и продолжаем наслаждаться футболом, продолжаем наслаждаться центральным поединком 30-го тура первого дивизиона. Овешников сохраняет мяч для своей команды. Неплохо сыграно. И заброс туда вперед в направлении Гречникова. Тот на Шуваева неплохо мяч сбрасывает, но в итоге слишком много на себя попробовал взять левый полузащитник, который вообще номинально является игроком центра обороны. И как раз-таки начало сезона проводил он на позиции одного из центральных дефенсоров. Но вот после двух подряд дисквалификаций, когда Шуваев, только-только отбыв свое первое наказание в первом же поединке, вновь удалился. И удалился-то на более длительный срок. По-моему, 5 матчей в итоге отсидел во второй раз Иван. Вот после этого все чаще и чаще тренерский штаб Протона начал его использовать на позиции крайнего хавбека. Ну и действительно, здоровья у 88-го номера хватает выполнять такой колоссальный объем работы. Ну и почему бы, собственно, не попробовать. Овешников. Очередная такая забросная передача в направлении одного из атакующих футболистов. На этот раз она получилась не совсем точной, потому как Павел Зрелов не успел
этот мяч достать. Мацеев за мяч зацепился. Но вновь приходится атакующим игрокам Фортуны играть назад на своих защитников, потому как попросту не позволяют футболисты в белой форме разворачиваться оппоненту. И раз за разом то Бациев, то Юдин принимают мяч спиной к воротам. Вот смотрите опять. Юдин с мячом вроде бы в штрафной, но в то же самое время никоим образом угрожать воротам не может. Приходится обыгрывать, и в итоге все это выливается в аут. Хотя бы аут. В итоге все-таки мяч для своей команды они сохранили. Тем временем у нас заключительная 10-минутка первой половины началась. 1-0 благодаря голу Александра Гастева. Протон лидирует в этом поединке. Салимов из-за боковой бросает мяч в штрафную. Зарабатывает угловой. Так, понемножку. В итоге до чужих ворот добрались красно-белые. Ну и все-таки угловой немного поопаснее выглядит изначально, чем аут. Но выжить какие-то плоды из этого корнера не удалось красно-белым. До удара дело довели. Михаил Бациев из-за пределов штрафной приложился по мячу, но как следует под него не подстроился, и Михаил Ботов, по сути, отделался лишь легким испугом. Ну и отметим уже, что после того, как Фортуна пропустила, она несколько активизировалась, что касательно игры на чужой половине поля. Как раз-таки с мячом больше времени стали проводить именно номинальные гости. Ну и отметим, что и Протон-то не особо против такого развития событий. Как Протон умеет действовать на контратаках, мы также прекрасно знаем. Овешников играет на своего брата, на Михаила. Тот переводит мяч на противоположную бровку. Немного неудачно, но удается Павлу Зрелову мяч в поле сохранить. Ну а здесь нарушение правил. Проиграв позицию, Владимир Казьмин помог себе руками. Хотя здесь на помощь уже спешил Илья Юдин. Но от зоркого глаза арбитра ничего не укрылось. Ну а Рустам Махмутов совершенно никуда не спешит. На всякий случай еще и спросил у рефери, с какой точки необходимо этот стандарт изыграть. И затем выполнил такую длинную диагональную передачу штрафную, после которой мяч обратно к третьему номеру белокрасных вернулся. Махмутов. Никто его не встречает на его половине поля. Через Овешникова мяч до Кузнецова доходит. Речников. Это пока не опасно, но за счет финта удается Гречникову развернуться и зарабатывать штрафной Евгений. Но отсюда, конечно, уже вряд ли Гастев будет пробивать, хотя сразу же Александр со скамейки запасных поднялся и уже стоя наблюдает за происходящим на поле. Ну а у мяча, насколько я понимаю, Андрей Кузнецов. И Махмутов туда же подошел, но и сразу же продемонстрировал, что пробивать не собирается. Не так опасно, как в предыдущий раз. Мяч в итоге даже до штрафной не дошел. А один из защитников выбил его ближе к центральному кругу. Коновалов далеко от себя мяч упустил. И неудивительно, что Владимир Казьмин достаточно легко больный снаряд корпусом укрыл, позволив тому уйти на удар от ворот. Фортуна тем временем уже мяч разыграла и на чужую половину поля рвется. Юдин, нет, его не пустят здесь. К мячу Александр Овешников разряжает обстановку полузащитник и за пределы поля мяч отправляет. Ну, еще немного статистики, вашему вниманию, пока у нас есть возможность. Поединок первого круга закончился с несколько нетривиальным счетом для ЛФЛ, хотя в последнее время все-таки данный исход все чаще и чаще на полях
футбола формата 8 на 8 случается без голевым миром. Разошлись команды, и тогда, безусловно, этот результат «Фортуна» воспринимала как положительный. Интересно, если сегодня матч закончится в ничью, что расскажут наставники команд. Ну а здесь Рустам Махмутов получает отложенную желтую карточку. Это означает, что поединок следующего игрового уикенда, матч, к слову, против лидера первенства, против Тембанка, пройдет без участия третьего номера. Вот это действительно серьезная потеря для команды Геннадия Зародыша. В следующую субботу Протону предстоит действительно матч, не то что жизни и смерти, но один из ключевых поединков завершения сезона. Если Протон действительно хочет вернуться в высший дивизион, пробиться сюда, неважно как, посредством прямого повышения в классе, либо с помощью стыковых игр, то очки надо на самом деле набирать во всех, без исключения, поединках, и неважно, кто твой соперник. Обескровленный Бусиновой или лидирующий в первенстве Тембанк. Ну а Фортуне предстоит поединок с Россонеро. Соперник несколько иного калибра, но мы-то уже с вами прекрасно знаем и по эфирам, и по прочим рассказам, как химчане в хороший для себя день могут дать бой любому из лидеров. Так что, наверное, никто прежде времени отдавать победу команде Рената Салимова в этом матче также не будет. Хусяинов спокойно мяч в руки забирает. К слову, не знаю, как сейчас стоят дела со зрением у Рамиля Хусяинова, но буквально год назад была у меня информация, что поединки поздним вечером для голкипера Фортуны являются не самым приоритетным временем, потому как попросту слепят его прожектора, и это иной раз выливаются достаточно неприятные ляпы. И даже пару игр именно поэтому Хусяинов в том числе и не проводил, а второй голкипер команды владение красно-белых защищал. Но судя по тому, что именно Рамиль сегодня защищает ворота, наверное, все-таки как-то эту проблему удалось решить. Медведев. Вперед. Владимир Казьмин возвращает мяч своему плеймейкеру. Но вот, как я уже неоднократно говорил по ходу первой половины, на чужой, простите меня за тавтологию, половине поля не удается что-то интересное придумывать красно-белым. Приходится раз за разом отыгрываться защитниками, либо даже вот с вратарем, как в этой ситуации произошло. Что, понятное дело, никакой угрозе воротам Михаила Ботова не ведет. Но, возможно, за оставшиеся полторы минуты что-то удастся красно-белым придумать, создать остроту. Но, наверное, в первую очередь надо свои ворота уберечь от неприятностей. А вот чуть было сейчас защитники не привезли выход 4 в 2. Хорошо, что и Михаил Овешников ошибся в передаче. Коновалов завозился здесь на пятачке. И сразу в дриблинг против троих пошел. И дальний выстрел в исполнении Рената Салимова. Подключился капитан к позиционному наступлению и решил проверить свою точность ударом, ну, с достаточно внушительной дистанции. Мяч прошел намного выше ворот.
очередное наступление готовит Фортуна. Но если рассчитывать на то, что с помощью таких передач можно вывести на финальный удар кого-то из партнеров, то это несколько самонадеянно. Все-таки и защита Протона из достаточно мастеровитых футболистов собрана. Да, и Михаил Ботов при всей своей неоднозначности и достаточно часто, все-таки стоит отметить, ошибается голкипер Протона. Совсем уж слабым вратарем назвать его тоже язык не повернется. Что ж, истекло у нас время первой половины встречи. 1-0 у нас на табло. Протон ведет в счете благодаря единственно точному выстрелу Александра Гастева. Отправляемся на перерыв. И мы отдохнем буквально минутку и вернемся в эфир. Вернемся на стадион на Флотской улице. Подошел к концу перерыв в матче между Протоном и Фортуной. После стартовых 30 минут игры впереди подопечные Геннадия Зародыша. Единственный точный выстрел на счету Александра Гастева, который на 14-й минуте встречи отменным по точности выстрелам со штрафного открыл счет в этом поединке. И больше пока команды голами нас не порадовали. Но и сказать, что абсолютно скучной игра получается, тоже нельзя. Фортуна, пропустив, активизировалась на чужой половине поля. В то же самое время Протон достаточно уверенно и комфортно обороняется, не забывая при этом и атаковать. Естественно, вот сейчас посредством стандарта пытались бело-красно это сделать, но все-таки отметим, что после гола территориальное преимущество на стороне команды Рената Салимова. А вот счет на табло прямо противоположный. Ну и надеялся я, что все-таки Михаил Бациев в первой половине отличится результативным действием, голом, голевой передачей. И тогда будет повод рассказать о нем поподробнее. Но раз уж этого не произошло, давайте все-таки без повода я это сделаю. Михаил Бациев еще в прошлом году выступал за красно-белый коллектив. Выступал достаточно успешно. Провел он, по-моему, 10 игр и отличился 13 забитыми мячами. Но затем появилось у него предложение. Предложение от, насколько я понимаю, близких друзей помочь им в борьбе за выход во вторую лигу в команде «Корсары». Туда как раз-таки и отправился Михаил Бациев. Показывал просто какую-то феноменальную статистику. В 27 матчах забил он 42 гола. Давайте посмотрим за эту атаку. Ох, как опасно сейчас было по центру поля. Просто без сопротивления сейчас Андрей Кузнецов прорывался. И уже на входе в штрафную в дальний угол метил, но совсем чуть-чуть не попал. И вот так вот рассказываю я вам о нападающем Фортуны, а на самом деле рассказывать-то нужно о креативных игроках Протона, потому как вновь с первой половины именно команда Геннадия Зародыша преимущество в свои руки забирает. Но все-таки свою мысль я закончу. Бациев, как сами наставники Фортуны выразились, наигрались вдоволь и вовсю, и вот в ходе последнего трансферного окна приняло решение Бациев вернуться в родной для себя коллектив. Пока, правда, в аренду. То есть по истечению 10 игр у Бациева будет возможность вне трансферного окна вернуться в свой предыдущий коллектив. Но все-таки, зная и потенциал самого футболиста, и зная, как умеет здорово играть Фортуна, особенно в последнее время, хочется, по крайней мере, чтобы Бациев остался
именно в команде первого дивизиона. Здесь достаточно жесткое столкновение получилось. Евгений Гречников врывался в штрафную, точнее резал угол, как говорят сами футболисты. И в итоге попросту столкнулись в борьбе Гречников и Алексей Казьмин. Еще и в конечном итоге оба неудачно упали. Все смешалось вокруг, знаете, как сказочки. Стишки рассказываются, и в итоге какое-то время потребовалось футболистам, чтобы прийти в себя, и рефери игру, к слову, сразу же остановил, понимая, что нарушения правил здесь не было никакого, а вот риск получения травмы присутствовал. И здоровье футболистов, естественно, в таких ситуациях важнее. Но все обошлось, и мы этому, безусловно, безумно рады. Салимов выигрывает верховое единоборство вблизи собственной штрафной, но на подборе никого из его партнеров не оказалось. В итоге мяч вернулся к Протону. Гречников сворачивается, но здесь вновь мини-дуэль остается за Ренатом Салимовым. Однако, что самое интересное, мяч опять Протону в конечном счете вернулся. Гречников играет налево. Махмутов. Вернулся он на газон с первых же минут второй половины. Немного остудив собственный пыл после вот того предупреждения на 25-й минуте. Ну и, возможно, сам понял, что в матче следующего тура принять участие он не сумеет. И поэтому нужно вдоволь наиграться именно сегодня. Ну и на самом деле в имеющемся ростере, количество 10 человек, наверное, а Махмутов все-таки игрок основного состава, как ни крути. Так, а здесь у нас падение и вновь без нарушения правил. По мнению рефери, все обошлось. Указывает он на угол вратарской площади. Удар от ворот. Салимов вновь не выбивают красно-белое, а разыгрывают мяч с ближним. Волков отыгрался со своим капитаном. Салимов продолжает движение вперед. Не слишком торопливо, но и при этом никакого прессинга не ощущает, а вот в итоге чуть было потерей не закончилось, потому как Владимир Казьмин немножко с мячом завозился. Ну и посмотрите, как низко Бациев у нас опускается. С мячом на острие почти вообще не встречается форвард, и в итоге пришлось отходить назад к своим защитникам, чтобы наконец-то с мячом пообщаться. Угловой зарабатывают красно-белые в складывающихся обстоятельствах. Наверное, именно со стандартов в первую очередь необходимо ожидать угрозы вороту Михаила Ботова. Все-таки даже когда Фортуна в первом тайме владела игровым перевесом, даже тогда Ботов большую часть времени без работы обходился. И вот сейчас, смотрите, по сути, два достаточно опасных стандарта. Вот сейчас третий будет. Всем прекрасно знаем, как классно Фортуна умеет разыгрывать угловые и ауты. Ну а до Ботова мяч вновь так и не дошел. Овешников выигрывает верховое единоборство. И вновь мяч уходит за пределы поля. Вновь он остается у красно-белых. Ренат Салим уже на левую бровку прибежал. И оттуда будет вбрасывать мяч в игру. Далеко бросает, но недостаточно далеко, чтобы опять-таки угрозу создавать. Ну а этот выстрел защитника совсем уж опасным не получился. Правильно, наверное, все-таки будет сказать. Совсем не опасно. Тем не менее, в статистику этот удар войдет. Несомненно. Ну а у Михаила Ботова вновь появилась возможность ввести мяч в игру. Шуваев выигрывает верховое единоборство, но в угол своего партнера загоняет. Тем не менее, Коновалов за счет Кузнецова из этой ситуации выбирается. Кузнецов здесь крутит, вертит и ищет варианты, как бы из этого
прессинга выбраться за счет индивидуальных именно действий Гречников. Ах, если бы эта передача прошла, как бы вкусно получилось, да, друзья? Но нет, защитники Фортуны оказались на месте. Ацеев. Посмотрим на ответ красно-белых. Волков. Наверх штрафную. Но здесь первым на мяче оказался Михаил Бот. Падение. Все на глазах у рефери проходило, и он вновь нарушение правил не увидел. С чем я, в принципе, полностью согласен. Вообще, судейство сегодня никаких вопросов, по крайней мере, у меня не вызывают. Но опять-таки, зная, как умеет работать этот судья, удивляться действительно нечем. Прямо до этого поединка отработал он на двух крайне интересных матчах высшего дивизиона. Но все-таки у нас немного другой турнир, и об этих поединках уже завтра мой коллега Кирилл Разумовский расскажет. Завтра у нас две очень интересных, очень вкусных трансляции намечается. Днем в 15:30 «Терминатор» и «Легион» сразятся в рамках высшего дивизиона, а затем вечером уже в рамках Лиги Чемпионов сыграют Гефест и Интер. Ну а здесь рефери наконец указывает на точку. Нарушение правил в штрафной площади Фортуны и 10-метровый удар. Сейчас на самом деле, если Протон забьет, то, наверное, действительно Фортуна на краю пропасти окажется. Отыграть два мяча за оставшиеся 20 минут, конечно, можно, но достаточно сложно. Андрей Кузнецов будет выполнять удар с 10-метровой отметки. Бьет вправо от себя угол и выручает Рамиль Хусаинов. Тащит этот выстрел. Не знаю, гадал ли или стоял по мячу до последнего Рамиль Хусаинов. Но в итоге главное остается неизменным. Этот выстрел оказался отраженным. И сразу же еще один удар. И вновь Хусаинов на месте. И теперь на волне такого морального удовлетворения, что ли. Фортуна рвется вперед. Медведев пас в штрафную. И здесь Махмутов уверенно обороняется и мяч у соперника отбирает. Пошла у нас игра от ножа. Уже Протон правой бровкой атакует. Шуваев. И ошибается в простейшей ситуации Иван Шуваев. Отдает, просто буквально дарит мяч сопернику. Тем же отвечает и красно-белый коллектив. Гречников бьет с дальней дистанции и в створ не попадает. Да, если Фортуна сумеет сравнять счет в этом поединке, или не дай бог, конечно же, для Протона, а выиграет, то Андрей Кузнецов превратится просто настоящего антигероя. И сейчас-то, наверное, не самые приятные минуты переживает полузащитник Протона. А в случае потери очков эти эмоции станут неприятнее вдвойне, а может быть даже и втройне. Тут никогда не знаешь. Ну и в случае победы, опять-таки, Протона, здесь Фортуна будет зависеть от матчей параллельных игр, от результатов параллельных игр 30-го тура, потому как и дружба, и гепард столько и ждут, чтобы команда Рената Салимова очки в этом поединке потеряла. А вот Протон все-таки для двух выше указанных коллективов пока вне зоны досягаемости. Ну, дружба, к слову, сразу же после окончания этого поединка сразится здесь на Флотской. Минский коллектив будет выяснять отношения с футбольным клубом «Дубровник». Следом, как я вам уже говорил, в первом тайме сыграют «Тембанк» и «Пресня». Ну, а «Гепард» свой матч 30-го тура проведет завтра в 12:00. И в соперниках у кошек династия Сергея Крачкова. Тоже не самый такой вот приятный оппонент. Салимов вновь из боковой. Вот мяч в штрафную.
И очередная потеря вновь до настоящей угрозы. Дело не доходит. А вот, к слову, незабитый пенальти еще и такой, как мне кажется, небольшой подтекст имеет. Любой похожий спорный эпизод уже в штрафной Михаила Ботова. И рефери без промедления, как мне кажется, укажет на 10-метровую отметку. И тут уже Ботову придется становиться героем эпизода и свою команду выручать. Впрочем, чтобы пенальти заработать, нужно хотя бы остроту чужой штрафной нагнетать. А с этим пока в первые 45 минут поединка у красно-белых большие проблемы. Хотя, впрочем, наверное, даже поражение в сегодняшнем поединке каким-то ужасным результатом для Фортуны не будет. Ренат Салимов говорил и в начале сезона, и по ходу первенства, что задача, цель у команды — это избежать понижения в классе. И с этой задачей, как мы все прекрасно понимаем, они справляются достаточно уверенно. И опять-таки, даже сегодня, общаясь с наставником Фортуны, опять-таки в шутку спросил я его, что цель по-прежнему у нас — не вылететь. Да, без промедления ответил мне капитан Фортуны. Ничего не меняется, и даже математически есть у нас еще шансы вылететь, но, наверное, все-таки это из области фантастики. Фортуна в нынешнем году действительно показывает достаточно добротный футбол, особенно когда ее главные лидеры были в строю. И сейчас, конечно же, намного тяжелее красно-белым без того же Андрея Сорокина, который продолжает свою профессиональную карьеру строить. Ну и отметим опять-таки, что у Фортуны в запасе есть еще два поединка против двух аутсайдеров дивизиона. Это Бусинова, Ансар. И целая группа поединков с середняками, такими как КЛВ, либо Диксон, даже Стелла, которая, наверное, все-таки из числа реальных кандидатов на повышение в классе выбыла. Так что я думаю, что даже о нижней половине таблицы говорить не приходится. Геннадий Зародыш, наставник Протона, к слову, также открыто о цели повышения в классе не декларировал, обходясь такими скромными, но в то же самое время излюбленными фразами типа «наша цель — это победа в каждом матче». Но все мы прекрасно понимаем, что, во-первых, футболисты, которые уже поиграли в высшем дивизионе совсем немного, непродолжительное время, они, безусловно, хотят вновь свои силы там попробовать. Я, конечно же, говорю о Андрее Кузнецове, о Евгении Гречникове, который совсем недавно в нашу студию передачи «На бровке» приходил и как раз-таки об этом и говорил. Ну а если брать, например, Ивана Шуваева, который свой первый год в «Протоне» проводит, до этого выступал он за команду «В», то ему, наверное, просто хочется попробовать свои силы в элите одного из сильнейшего округа Москвы. Тут, я думаю, вы все меня прекрасно понимаете. Мацеев вновь не на ударной позиции принимает мяч 17 номер. А вот сейчас может он угрожать воротам и бьет в ближний угол. Но здесь защитники этот выстрел заблокировали. А тем временем все меньше времени остается у красно-белых на то, чтобы спасти в этом поединке хотя бы ничью. 12 минут у нас остается до завершения поединка. И пока на данную секунду нет оснований у арбитра что-то командам компенсировать. Попытался свою атаку развернуть, но Станислав Коновалов проиграл борьбу Владимиру Кузьмину. Тем не менее, вновь, как по доброй сегодняшней традиции, мяч достаточно часто хозяев меняет. Снова Протон с мячом. Махмутов делится снарядом с Кузнецовым.
Передача направо. И последовал выстрел Коновалова. От правой бровки. Выстрел, который защитники Фортуны заблокировали. В итоге угловой. Только лишь. Или целый. Тут как посмотреть. Подача. И Александр Овешников, который и сам достаточно добротным ростом обладает. И просто здорово. Я бы сказал, даже великолепно выпрыгивает в высоту до мяча. Чуть-чуть не добрался. Уже много голов в нынешнем году Овешников забил со второго этажа. Всего на его счету 13 голов в чемпионате в нынешнем сезоне. Ну, а лидирует в гонке бомбардиров первой лиги у нас форвард Войтик ЛВ. Виталий Мотов 33 гола в нынешнем году забил. А сейчас Иван Волков просто сумасшедший момент упускает. И даже не сразу я понял, как он умудрился поворотом не попасть. Хотя, наверное, все-таки стоит отметить, что достаточно сложно. Но не так легко, как на первый взгляд кажется, ему было воротом попадать. Ну а здесь нарушение правил. Нарушение правил, и желтая карточка в руках арбитра появляется за несогласие с решением арбитра. Владимир Казьмин удостоился внимания рефери. И это вторая желтая карточка для представителя гостей. Напомню, что в первом тайме горчичником также отметился и Илья Юдин. Гостев один раз он уже сегодня забивал прямым ударом со штрафного. Во второй раз пока не получилось. Есть еще 9 минут у защитника в запасе, чтобы свой подвиг повторить. Ну и ровно столько же времени есть у Фортуны на то, чтобы забить хотя бы один гол в сегодняшнем противостоянии. Здесь маленькие футбольные хитрости. Исполнение Александра Овешникова. Не брал мяч в руки, пока замена не произошла. Ну и очередная пауза, каждая из которых, наверное, будет в актив попросту идти. Атону, который с минимальным перевесом лидирует в счете. Любая остановка игры мало того, что крадет у Фортуны несколько секунд, так еще и попросту темп сбивает. И тем самым, опять-таки, дополнительные трудности красно-белым создавая. Алексей Казьмин пустился в проход по правой бровке. Ну, сколько у нас поле на флоск? 60-70 метров. Вот все это расстояние Казьмин с мячом и пробежал. Только передачу отдать забыл. Ну, а Бациев тем временем у нас уже даже на позицию последнего защитника опустился. Совсем. Ему дебютная игра в старом новом коллективе не удалась. По сути, лишь пару раз с мячом вблизи чужой штрафной он встречался. И один раз, да, действительно было достаточно опасно, но его выстрел защитники заблокировали. И то ли от бессилия, то ли попросту какая-то тактическая перестановка произошла. Бациев отправился помогать однофамильцам Казьминым в обороне собственных ворот. Нет, вот как раз-таки сейчас Бациев на чужую половину перешел, но атака-то Протона развивается. Шуваев бьет с дальней дистанции, но прямо по центру. И, естественно, Хусяинов достаточно легко этот мяч забрал. Волков. И сразу два защитника его уже атакуют. И, естественно, мяч он потерял. Овешников. Контратака в численном большинстве у бело-красных развивается. Будет опасный момент. Будет, но не гол.
Андрей Кузнецов здесь должен был, наверное, все-таки ногу подставлять и переправлять мяч в ворота, но то ли на достаточно внушительном расстоянии от него снаряд проходил, то ли попросту не прочувствовал этот эпизод. Полузащитник. И в итоге очередной шанс был упущен. Очередной шанс успокоить игру и окончательно расставить все точки над «и» или над «ё», кто как больше любит. А тем временем, в тот самый момент, когда вроде бы «Фортуна» должна атаковать, свое наступление готовит «Прато». Зрелов. Гречников здорово развернулся прямо по центру штрафной и в итоге в направлении дальней стойки отправлял мяч. Такой полуудар, полупрострел. В надежде, что кто-то ногу подставит, либо же мяч после прямого выстрела в сетку юркнет. Ни то, ни другое не произошло. И «Фортуна» вновь получает возможность атаку на чужую штрафную площадь сообразить. И вновь ни о какой атаке говорить не приходится. Потому что в простейшей просто ситуации мяч красно-белый своему сопернику дарит. Последняя пятиминутка у нас начинается. Самое интересное, самое вкусное в сегодняшнем противостоянии будет именно в Эндшпиле. 1-0. Всего один забитый гол мы сегодня с вами увидели. Какой же интересный матч мы наблюдаем. Да, безусловно, по своей красоте он будет уступать противостояниям топ-уровня высшего дивизиона. Но есть же красота и в таких вот низовых матчах первого дивизиона. И на самом деле по накалу решается также достаточно много. Зрелов здорово сыграл. Еще и мяч между ног сопернику прокинул. А вот Александр Гастев не самым лучшим образом в этом конкретном эпизоде действовал, но его на своей половине поля подстраховал Евгений Гречников, и мяч просто буквально выцарапал Михаила Бацеева. Снова Бацеев с мячом. Тем временем уже минута из оставшихся пяти закончилась. А здесь неудачно попросту Иван Шуваев упал. Все мы прекрасно знаем, что на границе поля у нас бордюры. Находятся, и вот, насколько я понимаю, на один из них Шуваев упал. Ну а свое недовольство высказывал в достаточно агрессивной манере. Я это даже в своей кабине слышал. И будь на месте арбитра другой рефери, который менее терпим к таким высказываниям, Шуваев вполне мог сейчас, ну, как минимум, предупреждение. Не отделаться. На самом деле, вот сейчас должен начинаться финальный штурм. По логике, по всем канонам футбола. В исполнении «Фортуны». Но в каком-то достаточно спокойном темпе проходят эти самые минуты. Не сказать, что совсем уж игра скучной и медленной стала. Но в то же самое время чего-то ей, мне кажется, не хватает. Возможно, забитого гола. И было бы просто здорово, если бы сейчас либо «Протон», либо «Фортуна» все-таки этим самым забитым мячом отметились. Но, конечно же, не исключаю я и такую возможность, что поединок со счетом 1-0 завершится. И «Протон» таким образом в преддверии матча с «Тембанком» добьется своей 17-й победы в сезоне и утвердится на третьей позиции чемпионате. А если «Дружба» и «Гепардс» еще и не сумеет, например, максимум очков набрать, то «Протон» в качестве главного преследователя Пресни окажется. Напомню, что на данную минуту коллектив Евгения Ручкина опережает «Протон» на 4 набранных балла. И если
матч так и закончится с минимальным перевесом команды Геннадия Зародыша, то разрыв сократится всего до одного очка. Ну а здесь желтая карточка очередная в сегодняшнем поединке. Андрей Кузнецов ее получает за достаточно агрессивный отбор. Михаилу Медведеву досталось. Опять-таки дежурная фраза, но от этого менее важной она не становится. Хочется надеяться, что серьезным предупреждением здесь дело не закончится, но Медведев поднимается и вроде бы готов продолжить игру. Ну и действительно, как не продолжить? Всего минута остается, даже меньше, 40 секунд до конца поединка, и Фортуне по-прежнему нужно сбивать один гол. Здесь нарушение правил, и Салимов бьет мячом в Гречникова, и здесь желтая карточка. Еще одна для Салимова. Ну а мяч попал Гречнику куда-то в тело. Куда-то в тело. И я не знаю. Я не знаю, есть ли здесь небольшая игра в исполнении Гречникова или нет. Но Салимов предупреждение абсолютно заслуженное получает. Более того, сам Ренат потом согласиться с этим предупреждением, но желтую карточку, естественно, и Гречников за свой фол получил. А тем временем у нас основное время матча уже позади. Следовательно, одна, максимум две атаки остаются у Фортуны, и судя по тому, что Рамиль Хусяинов отправляется в чужую штрафную, эта атака действительно останется лишь одна. Подача в штрафную. Здесь Ботов играет на выходе. Вот то, чего не хватало в действиях Михаила в некоторых поединках. Сыграть хладнокровно, уверенно и угрозу от своих ворот отвести. Посматривает рефери на свой секундомер, но пока не дает свисток об окончании встречи. Ну а Протон еще и замену умудряется в эти компенсированные секунды провести. Ну и в защиту Владимира Казьмина. Прошу прощения, это был Алексей Казьмин. Досталось ему в том эпизоде действительно серьезно. Ну и дабы не доводить дело до еще более ненужной нервотрепки, рефери дает свисток, возвещающий о том, что Протон в центральном матче 30-го тура добивается своей 17-й победы в нынешнем сезоне, набирает 56 зачетных баллов и укрепляет свою позицию на третьей строчке таблицы. Для вас сегодня работал комментатор Никита Лаврентьев. Будем прощаться. Встретимся на полях Северной лиги. И до свидания, друзья.